Сергей Волков. «Тот, кто наливает». Рассказ из сборника «Кражи галактики» издательства «Яуза», 2019 год. Часть первая. «Поздравляю!» — с воодушевлением произнес кибердиктор из динамика над барной стойкой. «Сегодня понедельник, 14 апреля 2070 года. С добрым вас утром, дорогие товарищи! С добрым рабочим утром!» Маккин окинул взглядом десяток пустующих столиков, залитую тусклым светом барную стойку, и лениво посоветовал динамику: «Заткнись, а». Кибердиктор озадаченно посопел в ответ и осторожно поинтересовался: «День не задался?» Ты знал, процитировал Маккин древний, как гептиловый двигатель, анекдот. «Умолкаю», — кротко согласился кибердиктор. «До новых встреч в эфире, дорогие друзья!» В баре «Хамелеон» сделалось тихо, и стало слышно, как низко и мощно гудят где-то на грани слуха насосы атмосферной системы станции «Бета». Середина апреля и впрямь была на всех трех сестрах самым пиком мертвого сезона. Старатели и рабочие из металлургических заводов пояса астероидов месяц как убыли на полугодовую вахту, а до прибытия на станцию их коллег из пояса Койпера и облака Оорта оставалось еще практически два месяца. Маккин скосил глаза на голографическую карту Солсиса, занимающую все пространство над барной стойкой. В зеленоватой мгле космоса там полыхало почти настоящее солнце, а вокруг него медленно кружили неуважительно большие в соотношении со светилом планеты, их спутники, а также астероиды, кометы и всякая Койпера-Оортова мелочь. Возле небесных тел вспыхивали и гасли названия. Маккин подтянул к себе кружку с остывшим чаем, сделал глоток, поморщился. Все же епитенианская плесень — страшная кислятина и здорово проигрывает лишайникам из пещер Авроры. И занялся любимым делом. Он менял и переставлял буквы в названиях планет, спутников и астероидов и представлял, как бы звучали в этом случае заголовки новостей в СМИ Солнечной системы. Игра была старой как мир, но всякий раз Маккин находил в ней новые смыслы и радовался как ребенок. Он даже придумал правила, усложняющие его немудреную затею. Буквы можно было менять только в соответствии с правилами парных согласных, а для шипящих он придумал свои пары: С, Ч, РЛ, СЗ, НМ и так далее. Кроме того, К и Г иногда разрешалось заменять буквой Х. «Иди сюда, красотка», — бормотал Маккин, глядя на ползущий по орбите астероид Паллада. «Ты у нас сегодня нарекаешься Балладой, а твоя сестренка Кибела — Гибелой». Гибела Маккина повеселила, но ненадолго. Он перевел взгляд на выселки за орбиту Нептуна и нашарил глазами Плутон. «А ты, парень, с этого момента будешь Блудоном!» Маккин допил чай и, не глядя, смахнул чашку в утилизатор. «А твои спутнички, кто там у нас? Гидра, Кербер, Стикс?» «Да, с такими названиями и придумывать ничего не надо. Ладно, проехали. А кто это там прячется за спиной Маки-Маки? Кто это такой с двумя спутниками?» Маккин напряг зрение и разглядел крохотные буковки, обозначившие название карликовой планеты из пояса Койпера. Хаумеа. «Демоны Оорта! Да тут, если что-то переставить вслух в приличном обществе и не произнести», — пробормотал Маккин. «А что там спутники?» «Хиака и Намака». «Спьяни их называли, что ли?» «Не, вернусь-ка я к большим парням. Их спутники никогда не подводили». Спутники планет-гигантов и впрямь каждый раз дарили Маккину какой-нибудь новый перл. В этот раз его порадовали превратившийся в Дедана спутник Сатурна Титан, ставшие Девии Тефе, превратившиеся в Борцию урановская порция и ставшие Каратеей нептуновская Галатея. Непритязательные чувства юмора Маккина также порадовали юпитерианская Ананка, сатурнианский Ямус, урановский уродец Зигаракза и его приятель Губидон. А от названия спутника Пердита, не знавший ни французского, ни испанского языков, Маккин неизменно приходил в восторг и безо всяких игр с буквами. «Ну, переименуем тебя, старичок, из Протея в Бродея», — сказал Маккин спутнику Нептуна.
и пора заняться делом. То есть поспать. Он выключил питание карты, потянулся и начал не спеша, по очереди опуская на пол задранные на край барной стойки ноги, вставать. Сила тяжести на Бете была меньше, чем на Луне, а Макин жил тут 5-й год и давно отвык от резких движений. Он уже дошел до двери, ведущей в задний отсек, где у него была устроена лежанка, и в шкафчике ждала заветная бутылочка, дарующая гарантированное забытье на несколько часов, как вдруг у двери ожил робот-привратник. Прилязгивая вечно отваливающейся челюстью, он бодро сообщил: «Ее высочество Берта, принцесса Калиопская». В момент произнесения титула принцессы никелированная челюсть робота-привратника упала на пол. Макин по привычке переставил буквы в имени незваные и нежданные гости, получилось «Перда», хихикнул и заинтригованный махнул роботу: «Пусть войдет». Гофрированные двери бара разъехались, и в помещение буквально втекли, не коснувшись дверного проема, двое громил в черных горняцких комбезах из ригельной кожи, непроницаемые для большинства известных излучений. Маккин нахмурился. Он понятия не имел, кто такая ее высочество Берта, принцесса Калиопская, но парней в горняшках узнал сразу. Такие носили только в ополчении Никель-Сити во время Церерского кризиса и последовавшей за ним Второй корпоративной войны, навсегда изменившей политическую и экономическую жизнь в Солсисе. На рукавах у громил призрачно светились нашивки, изображавшие перечеркнутый крест-накрест рок изобилия. Память услужливо подсказала Маккину. Такие нашивки носили ополченцы, уничтожившие свыше сотни штурмовиков-наемников из карательных бригад «Элементик Индастриал». И поскольку Маккин узнал и комбинезоны, и нашивки, ему очень не понравилось, что люди в такой одежде средь бела дня вдруг оказались на станции Бета, да еще и в его баре «Хамелеон». История Церерского кризиса напрямую была связана с расположенным на астероиде Калиопа горнодобывающим металлургическим центром Space Nickel, построенным по принципу «город-рудник-завод» и в просторечии именуемым «Никель-Сити». Это акционерное общество, отпочковавшееся в свое время от Elementic Industrial, худо-бедно добывало давшее название компании «Никель», отправляло его на старушку Землю в просторечии, именуемую «Олд Мамми», и кормило несколько десятков тысяч постоянно проживавших на Калиопе горняков и членов их семей. Но однажды работавшая на Калиопе с разрешения руководства Space Nickel комплексная геолого-разведывательная экспедиция из Церерского исследовательского центра ХАОГО обнаружила в недрах астероида ксенотим — редкий минерал, содержащий еще более редкий элемент иттрий. Причем запасы иттрия на Калиопе оказались громадными. Это было едва ли не самое большое месторождение в Солнечной системе. Ушлые планетологи скрыли находку, а спустя некоторое время совет директоров ХАОГО предложил Space Nickel купить у них несколько тысяч кубических километров астероида по весьма неплохой цене. Никелевики задумались, почему это вдруг такой крупный игрок на рынке полезных ископаемых, как ХАОГО, заинтересовался их булыжником, но в ход пошли сепаратные переговоры, откаты и прочие ухищрения, и в итоге осел, груженный золотом, взял и эту крепость. Сделка состоялась. ХАОГО тут же перепродал месторождение корпорации Elementic Industrial, которая и занялась добычей ксенотима, разместив на Калиопе 20 автоматических рудодобывающих комплексов типа «Сизиф». Ничего бы не случилось, не узная об этом простые горняки из Никель-Сити. 1 килограмм никеля на бирже станции Альфа стоил 16 фаэтонов, а килограмм ксенотима — 202. «Парни!» — сказал, глядя в бледные, но решительные лица горняков, глава профсоюза Солье Турняги. «Боссы нас продали и поимели! Пора брать дела в свои руки! Вперед, братья! В борьбе обретем мы счастье свое!» В тот же день отряды горняков захватили центральный офис Space Nickel, а из недр Никель-Сити с тяжелым гулом выползли самоходные горнообогатительные комплексы «Свеоборг». Им предстояло пройти более 200 километров по каменистой поверхности Калиопы и захватить район добычи ксенотима. Одновременно с этим Солье Торняги и свежеизбранный комитет защиты обнародовали в информсети Солсиса меморандум, из которого следовало, что сделка между Space Nickel и Elementic Industrial отменяется, и недра астероида Калиопа безраздельно принадлежат всем проживающим на его поверхности и в недрах людям, работникам и акционерам Space Nickel. Дальше все пошло по ожидаемому сценарию.
На внеочередном заседании Ассамблеи по безопасности Солнечной системы действия мятежных горняков с Калиопы подверглись решительному осуждению, а Elementic Industrial, памятуя о том, что в первой корпоративной войне всегда выигрывал тот, кто меньше других рефлексировал, отправил на Калиопу 6 десантных транспортов с бригадой наемников, вооруженных, помимо прочего, штурмовым оружием. И все бы у них получилось, и мировое сообщество сглотнуло бы эту пилюлю и утерлось бы, если бы не ополченцы Никель-Сити. Их СГК «Свеоборг», больше похожие на 140-метровых стальных трилобитов, выползли на напоминающие лишайную нашлепку плоскогорья Фукуямы, где велась добыча ксенотима, как раз в тот момент, когда два рудовоза, набитые добровольцами из Никель-Сити, приземлились на техническом космодроме центральной базы Elementic Industrial на Ганимеде. Свеоборги никелевиков вгрызлись в автоматические комплексы по добыче ксенотима, штурмовики бросились в атаку, а в это время добровольцы-смертники протонной взрывчаткой проломили купол над штаб-квартирой Elementic Industrial и в ходе короткого и кровопролитного боя сумели взять в заложники весь совет директоров корпорации. Фаэтон на бирже рухнул спустя полчаса после ультиматума, зачитанного Солье Торнягой в прямом эфире. Солье был ранен и трижды сбивался, но сумел продержаться до конца. Через 3 минуты после того, как он произнес финальную фразу «Мы погибнем, но не сдадимся», сразу 9 корпораций, так или иначе зависимых от Elementic Industrial, объявили о расторжении всяческих отношений и разрыве всех существующих договоров. Так началась вторая корпоративная война. Боевые действия велись на внутренних планетах и на выселках, в дальнем космосе и на орбитах. Жертвами противоборствующих сторон стали исследовательские станции и гражданские поселения на 140 объектах Солсиса. Всего погибло свыше 6 миллионов человек. На фоне таких глобальных потрясений скромная роль никелевиков с Калиопы была быстро забыта, тем более что астероид уже через месяц после начала войны был оккупирован регулярными частями Восточно-Азианского альянса с Old Mommy. И вот несколько лет спустя после окончания войны в тихом и мирном баре, на тихой и мирной станции Бета, тихо и мирно висящей в точке Лагранж-2 на орбите Юпитера, вдруг появляются люди из прошлого и очень неприятно смотрят на Маккина, не менее неприятно держа правые руки у пояса. Маккин знал, в таких ситуациях нужно действовать решительно и быстро, иначе потом будет больно и даже хуже. «Что вам угодно, джентльмены?» — спросил он твердым голосом, делая шаг вперед. «Не рыпайся, понял?» — мрачно посоветовал первый джентльмен. «И пасть закрой!» — также оптимистично добавил второй. Маккин не нашелся, что сказать в ответ. Вот как раз в этот момент в бар и вошла ее высочество Берта, принцесса Калиопская, собственной персоной. «Здрасте», — промяукала она нежным голоском. «Где я могу увидеть господина Уильяма Эдвардсона?» Маккин посмотрел в голубые глаза принцессы, отороченные 2-сантиметровыми ресницами, на пухлые губки, на безупречной формы грудь в вырезе белого кружевного платья и с трудом сглотнул вдруг вставший в горле ком. «Я... простите, ваше величество, я не могу...» «Я высочество», — безапелляционно заявила принцесса, запросто уселась в кресло и заложила голые ноги в десантных ботинках с магнитными подушвами одна за другую. Увидев эти ноги, Маккин снова попытался сглотнуть и снова неудачно. «Может быть, господа желают что-нибудь выпить?» Наконец нашелся Маккин и подался в сторону барной стойки. «Ты чего не понял? Нам нужен Уильям!» — зарычал первый громила, но смешался и наморщил лоб, начинающийся у него от затылка. «Как его... Ох, я фамилию опять забыл!» Второй громила, откликавшийся на фамилию или позывной Гох, ухмыльнулся, и Маккину стало грустно. Он знавал людей, способных вот так ухмыляться. И после их ухмылок обязательно кого-то убивали. «Я и не запоминал», — низким басом прогудел Гох. «Высочество же помнит». Принцесса очаровательно улыбнулась и тряхнула челкой. «Да, конечно, я помню. Мне нужно увидеться, я уже говорила с мистером Эдвардсоном. Уильям Эдвардсон. Вы ведь его знаете?»
Маккин снял с полки бутылку старины Джека, кивнул и выставил на стойку два квадратных стакана для громил. «За счет заведения», — сказал он, разливая бурбон. «А вашему высочеству я осмелюсь предложить...» «Я не буду сейчас пить». Принцесса быстро встала. «Где Эдвардсон?» «Он нам нужен». Первый громила слил жидкость из двух стаканов в один, кивнул на Гоха. «Ему сегодня нельзя у Роза, понял?» «Я не видел Билли уже около года, наверное», — развел руками Маккин. «Так что ничем не могу». «Если вы меня обманываете...» Принцесса легко поднялась из кресла и, ставя ноги по одной линии, как кибертанцовщица, подошла к Маккину, наклонилась, заглянула в глаза. «Я вас накажу, мистер...» «Маккин. Полиандр Маккин». «Так что советую сотрудничать, мистер Маккин». Принцесса вдруг подмигнула ему самым развязным образом, в вырезе платья качнулись тугие груди. «Если Уильям здесь появится, задержите его. Мы зайдем попозже». Принцесса развернулась и, покачивая бедрами, двинулась к дверям. Гох, злобно зыркнув на Маккина, устремился за нею. Первый громила забрал початую бутылку старины Джека, хлопнул Маккина по плечу так, что тот едва не упал, и рявкнул на прощание. «А вообще-то я люблю водку, понял?» Двери бара за незваными визитерами закрылись. Маккин достал из ящика отвертку, молоток, вставил челюсть робота-привратника в пазы и несколькими ударами загнул уголки и полюбовался своей работой. «На пару дней хватит». В этот момент из комнаты отдыха выплыла Шейла. Массажный хумас, предназначенный для удовольствия. Сегодня она была одета и накрашена в японском стиле и шла, делая мелкие-мелкие шажочки, словно заправская гейша с перевязанными шелковой лентой ногами. «Господин, я слышала голоса!» Низко поклонившись Маккину, пропела Шейла. «У нас гости? Может быть, кто-то из них желает массаж с продолжением?» «Нет, это были не гости», — отрезал Маккин. «Может быть, тогда господин желает массаж? Сегодня я могу предложить точечный массаж шиатсу, массаж сон-самурая, массаж нефритовые грезы и классический массаж ветка сакуры. Мои нежные руки...» «Заткнись!» — внезапно обозлившись, заорал Маккин. «Марш к себе и не выходи без приказа!» «Я все поняла, господин». Шейла еще раз поклонилась, держа сложенные ладони перед собой, и беззащитно улыбнулась. «Советую принять успокаивающие препараты и расслабиться. Если господину будет угодно, я всегда жду его. Сайонара». Маккину стало стыдно. Ему всегда было стыдно, когда он срывался на Шейлу. Пусть это и хумас, точнее хумасита, как называли такой вариант биороботов, но выглядела и вела себя она, словно живая и невероятно красивая женщина. Провожая взглядом семенящую в комнату отдыха Шейлу, Маккин вздохнул. Нет, все же не женщина. Ее можно отключить. Можно заставить сделать все, что захочешь. Вообще все. И она никогда не будет против. Никогда не станет что-то доказывать, говорить поперек. Жить с такой можно не больше недели. Потом многие из тех, кто брал себе в жены хумасит вот этой модели, Лилит 5М, попросту демонтировали их, причем часто с помощью тяжелых предметов, типа кувалды или топора. «Стой!» — окликнул хумаситу Маккин. «Шейла, ты...» Он едва не сказал «прости меня», но вовремя сдержался. «Вот что. Отправляйся в техцентр и скажи Дропкинсу, чтобы я приказал сделать перепрошивку. Надоела мне эта экзотика». «Слушаюсь, господин». Шейла снова поклонилась, как настоящая японка из кино. «Какую психовербальную оболочку вы хотите заказать? Классная дама, разбитная официантка, звездная королева, строгая медсестра...» «Вот!» — прищелкнул пальцами Маккин. «Медсестра — это то, что нужно». «Приказ получен, информация усвоена». Шейла поклонилась в третий раз. «Хватит кланяться!» — проворчал Маккин. «Ступай!» Хумасита выпрямилась и вышла из бара. Маккин вновь поймал себя на мысли, что он несправедлив к Шейле, и дело тут вовсе не в том, что она, по сути, лишь имитация человеческого существа. Дело в нем. «Так хватит!» — оборвал себя Маккин. «Займемся делом. Им нужен Уильям Эдвардсон.
Интересно, на кой хрен этой бестии из Никель-Сити били полчасика? Маккин активировал робота-привратника, забрался в кабинку связи и включил терминал. Набрав номер, он приготовился ждать. Было еще рано, и человек такой творческой профессии, как ресторанный аниматор, вполне мог в это время еще спать. Его творческим псевдонимом было странное слово «Шибанай», а настоящего имени не знал никто. Шибанай играл в постановках местного станционного театра, работал в нескольких ресторанах Тамадо, зазывал и компаньоном, и оказывал еще кучу всяких услуг, так или иначе связанных с актерством. Но главным его плюсом была невероятная информированность. Шибанай знал все и про всех, чем Маккин время от времени пользовался. «Кого там?» На экране мелькнула взлохмаченная голова, мятое лицо с плохо снятым гримом. «Я еще не проснулся!» «Доброе утро, бездельник!» — поприветствовал Шибанай Маккин. «Нормальные люди в это время уже заканчивают обед!» «Я ненормальный!» — отрезал Шибанай, усаживаясь перед камерой. «Здравствуй, Мак! Что-то случилось?» «Мне нужна информация!» — сразу взял быка за рога Маккин. «Калиопа, Никель-Сити, ее высочество принцесса Берта. Кто она, что ей надо на бете?» «Такая информация стоит денег!» Сразу заважничал Шибанай. «Шибанайчик», — максимально ласково сказал Маккин. «Напомнить тебе, сколько ты мне задолжал за выпивку, веселые кружочки и развлечения с Шейлой в комнате отдыха?» Шибанай посопел в микрофон и обреченно выдавил. «Ты мертвого уломаешь, Мак». «Я тебя внимательно», — не без удовлетворения кивнул собеседнику Маккин. «Короче, ситуёвина-то мутная», — заговорил Шибанай, то и дело играя голосом, словно он был на сцене. «После окончания войны ассамблея наложила на никелевиков эмбарго и санкции. Месторождение ксенотима у них забрали, оставили только никель, и то 45% прибыли они сдают. Но это ты, должно быть, знаешь». Маккин кивнул, хотя про 45% слышал впервые. «Жизнь у них, сам понимаешь, не сахар, хотя на хлеб с маслом хватает», — продолжил Шибанай. «Естественно, они кинулись бузить. Бузили, бузили, две революции выбузили, потому все революционные правительства посвергали к демонам Орты и проводили через шлюз. И на референдуме решили, что самым лучшим строем для них будет монархия». «Король, то есть?» — с усмешкой уточнил Маккин. «Император», — совершенно серьезно подтвердил Шибанай. «Прямо такой настоящий, на троне». «Трон из никеля, надеюсь?» «Нет». Тут Шибанай позволил себе ухмылку. «Представь себе, из ксенотима». «А, ну ясно, какая политическая повестка дня у них актуальна», — солидно сказал Маккин. «Реванш? Хорошо, слушаю дальше». «Императором стал известный тебе Солье Торняга, но протянул он не очень долго, и в прошлом году то ли помер от запоя, то ли его отравили. Естественно, встал вопрос с наследником, а детей-то у Соля не было. Никелевики повздыхали всем своим чумазым народцам и начали намучивать себе нового императора. Выборы, голосование, черные пиар-компании, резня в кулуарах. В общем, все, как обычно и бывает в цивилизованных государствах. И тут внезапно... Хотя какое уж там внезапно... В последний момент, так будет точнее, в Никель-Сити появилась некая девица совершенно ангельской наружности и представила в Государственный совет целую стопочку документов. Во-первых, она законная дочерь Солье Торняги, Берта Сигурсвейндоттир. Папа в молодости гостил в Исландии и не придержал там своего коника. Вот тест ДНК и все дела. Во-вторых, она закончила на Олдмаме престижный юридический колледж Старфорд Юниверсити. Не спрашивай меня, что это, я все одно не знаю, но девица предъявила диплом по специальности политология. В-третьих, она прошла трехлетнюю стажировку при специальной миссии Ассамблеи Солсиса, вот сертификат. В-четвертых, она с детства мечтала жить где-то подальше от осточертевшей олдмами, вот школьные сочинения. И в-пятых, вот у нее есть немножечко денег, она жертвует их в бюджет Никель-Сити и готова хоть сейчас отдать жизнь за новую родину. Да, и в-шестых, вот ее политическая программа. Главная цель — сделать Калиопу региональным центром пояса астероидов и отделиться от Солсиса». «Даже так? А чего?» Шибанай фыркнул в усы. «Это ж политика! Тут чем масштабнее соврешь, тем лучше!»
«Хоть один документ был настоящим?» — на всякий случай спросил Маккин. «А шут его знает», — пожал плечами Шибанай. «Кто на Калиопе видел настоящий диплом этого самого Старфорда или реальный бланк теста ДНК? Да ладно, Калиопа! Вот ты видел? Я тоже нет. Деньги, вот да, деньги точно были реальными. Правда, сумма небольшая». «Ну и чем все закончилось?» Шибанай достал из-под подушки внушительных размеров носовой платок, синий в крупную клетку, и шумом высморкался. Затем он аккуратно сложил платок, убрал его обратно. «Да заколебал ты драматические паузы тут выдерживать!» — зарычал Маккин. «Выкладывай уже, Гамлет хренов!» В общем, никелевики приняли будущую принцессу на ура и чуть ли не на руках ее носили. Благо, у них там сила тяжести такая, что... «Короче!» — оборвал Маккин. «А чего короче?» «Она дочка Салье Торняги, а он у них типа святой уже. Коронацию назначили на август». Шибанай посмотрел куда-то в сторону, кивнул кому-то, бросил. «Сейчас иду, милая». «Не отвлекайся», — напомнила себе Маккин. «Есть одно но». Шибанай наклонился к камере и, понизив голос, произнес. «Госсовет Никель-Сити. Там старые волки сидят, и они подстраховались. Принцесса станет императрицей только в том случае, если выйдет замуж». «Нахрена им это?» — не понял Маккин. «Во-первых, брак подразумевает наследника или даже наследников престола, а во-вторых, они там граничные условия поставили». «Что еще за условия?» «Жених должен быть богат». Старики из госсовета решили, что со своей внешностью, манерами и официальным титулом принцессы Берточка легко сумеет выполнить их условия. «Ну, все, Мак, я выложил все, что знал. Давай, мне нужно бежать, дела делать. Тут у нас...» «Стоп!» — оборвал Маккин информатора. «Еще один короткий вопрос. Когда и где ты последний раз видел Билли Полчасиков?» Шибанай странно посмотрел на своего визави и улыбнулся, показав мелкие острые зубы. «В 3 часа ночи и видел», — сказал он. «Малыш Билли сошел с борта бизнес-джета компании «Парадайз», прибывшего с Альфы. Мы их встречали. Красная дорожка, кровавая рюмка на итагане, венок из белых цветов на шею. Все как положено по законам гостеприимства». «Он что, нанялся пилотом к «Парадайзам»?» — не понял Маккин. «Нет», — с какой-то странной интонацией сказал Шибанай. «Он нашел на палладе в адской пасти месторождение Тулия. Тулия, понимаешь? Это было в марте, ты что, не слышал?» «Нет». Маккин на мгновение задумался. Вертящиеся в его голове разноцветные кусочки пазла внезапно сошлись в единую картинку. «Все, старик, давай спасибо. Я спешу тебе часть долга за выпивку». «Эй, я за массаж!» — завопил Шибанай, но Маккин уже отключился.